Сегодня в особой экономической зоне Липецк заработал новый завод. Это проект компании «Шлюмберже», мирового лидера в производстве оборудования для нефтегазовой отрасли. Завод стал 10-м предприятием компании в России и самым высокотехнологичным. Специалисты называют его примером индустрии 4.0. Уровень автоматизации процессов достигает 70%. Можно сказать, что каждый пятый сотрудник завода – робот. В цехах почти стерильная чистота. По словам руководства компании, задача нового завода – выпуск оборудования, адаптированного для природных условий России, но при этом соответствующего самым передовым стандартам. На предприятии будет создано 150 рабочих мест для специалистов высокой квалификации. На церемонии открытия предприятия заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных подчеркнул, что выбор Липецкой области для размещения завода обусловлен современной инфраструктурой ОЭЗ. А глава региона Олег Королев напомнил, что все резиденты, приходящие в Липецкую область, со временем лишь наращивают производственные мощности. И выразил уверенность, что сотрудничество с компанией «Шлюмберже» будет плодотворным и долгим. Компания с мировым именем, работающая в более чем 80 странах мира, компания с таким высочайшим технологическим укладом, с таким востребованным производством, своим вхождением в особую зону, по сути дела, доказали доверие Липецкой области и России. А здесь ежегодно появляются заводы. То есть это живая зона, и пример сегодняшнего мероприятия, да, это то, что 4 миллиарда инвестиций, значит, в предприятие, 150 рабочих мест, это еще раз подтверждает то, что экономическая зона Липецкая, это просто высоко востребована не только у российских инвесторов, но и зарубежных.